Федь, во-первых, с победой, с крупной. Как тебе игра, как тебе счет? Ну, всегда приятно выигрывать, всегда приятно забивать. И рада, что удалось принять участие в рекордном историческом матче, потому что это, насколько я знаю, самая крупная победа в истории сборной России, так точно. Большое спасибо болельщикам. Надеюсь, что мы их порадовали и там количеством голов, и качеством игры. Вот, спасибо за поддержку. Нам очень приятно. Какая была мотивация забивать все больше, больше, больше? Можно же было там при счете 4-5-0 уже как-то сбавить усилия? Ну, Станислав Саламович говорил нам, что этот матч как раз-таки является проверкой на профессионализм. И ну, в этом-то и, собственно, ответ на вопрос на твой, то, что нужно было продолжать забивать, потому что мы все являемся профессионалами, и нужно стараться там моменты реализовывать, создавать, независимо от соперника и от счета. Начал ты на скамейке запасных, было предчувствие, что выйдешь? Честно говоря, да, было, и я благодарен, что Станислав Славович, что он меня выпустил, вот, и партнерам, что снабдили меня передачами, в общем, все получилось. Расскажи, как забил 2 гола? Ну, первый гол, там, Магомед Аздоев здорово увидел меня, там была свободная зона, он дал мне хороший пас, и то, мне кажется, что я пробил не самым лучшим образом, но в итоге получилось, что вратарь там ошибся. А второй свой гол мы там хорошо разыграли в одно касание, и Артем Дзюба сделал очень хорошую подачу. То есть, в принципе, оставалось попасть в створ ворот только. Настрой на Кипр будет таким же? Настрой на Кипр будет, я думаю, даже более серьезным, потому что все прекрасно понимают, что это соперник другого уровня и будет гораздо сложнее.